ветераны локальных войн и военных конфликтов, которые здесь присутствуют, участники смотра конкурса. Мы находимся буквально в преддверии нашего праздника Дня Победы. И хорошей традицией стало нашей гордой, нашей родной администрации смотра конкурса. Это Мерседес? Сегодняшний день еще раз показал, что действительности красная, это Мерседес. Определенная работа по подготовке смотра конкурса наших школы, нашего родного города. Сфоткай, сфотографируешь. Я бы хотел предоставить слово сейчас передать Юра Евгению Белякину, нашему руководителю городского отделения боевых братства. Добрый день, дорогие друзья, дорогие гости, дорогие ветераны. Разрешите от имени членов нашей организации, от имени ветеранов военной службы, ветеранов боевых действий поздравить всех собравшихся с наступающим великим праздником, 41-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. По поводу проведения нынешнего смотра конкурса я выражу, наверное, единодушное мнение всего нашего жителя, что собравшись.